это будет 3-3, и дальше уже будет интересно. Я, конечно, не смотрел за ФД Фрингиза, но мне кажется, там он очень близко попал к голу, вот прям вот. Но... Ну, я не видел, что ты можешь... Ну, ладно. Но он успел быстрее, он быстрее тебя. Но не в кровати. Ладно, блять. Тупой юмор, блять. Который час, мне любопытно, блять. 12 уже. Уже поздно. Блять, вот линёнка-то серьёзная. У тебя и здесь... Блять, вы ебана, она везде пищит, блять. Матовая. Кто, блять? Прикольно пищит. Пи-пи-пи, блять. Но... Хибана шикарно для пропила люков. Ее и переделали на теперь вообще красавица, блять. Сейчас еще, блять, ренфорсы будут на новых. Реворк, мне похуй, соси хуй. Подожди, сейчас. На Мойзе просто не хороший не роумер, блять. Это как Валькирия только с камерами передвигаешься. Так, ну пока что я. Этот что я? Я Путин. Я Распутин. ФД Фрингиза, ну так нечестно. Блять, ебан, Сифорт вы сломал, блять. Чему? Чмо ебаное, блять. А, и тут, вот это мое почтение. Ой-ой-ой, опасненько, 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 блять. Не, ну Кали против... не буду говорить, кто. Это, конечно, интересный вариант. Как бы... Ну, мне кажется, Кали вообще любого переселяет. Типа, здесь главное прямая рукость ФД Фрингиза и, блять, и Суригеда. Но я бы рекомендовал... Я бы рекомендовал выбрать алиби с ее дровяком. Шикарный дровяк. Вот это вот флика ты, Рингизатян. Мне понравилось, блядь. Посмотрю, Суридет, вы чё так, блядь? У меня собака открыла дверь, теперь все слышно. Боня, иди сюда. Вот это, конечно, позиционка у двоих игроков. Но мне кажется, здесь, конечно... Вот это... Ой-ой-ой-ой-ой! Если немножечко выше был бы хэт. Так, попал в подмышку Кали. Теперь Кали не сможет нормально потеть летом в бассейне, блять, в джакузи обоссанном, но всем похуй. Боня, пиздуй отсюда. Все, блин. Вот это, конечно, среди так, ну, такое пошленько, конечно, бы я сказал. Мне любопытно, почему вы два ебана и под новый люк не ложите сифу? Типа ж никто не ожидает там туда. Это ж максимально неожидаемо. Так же сам Валькирию бы взял бы, это было бы очень круто. Мы пропустим это. Так. У ФД Фрингиза 12 патронов на Кали, у Суридета 151. А Суридет расстрелял уже или он вообще... Я раздамажил уже. А, точно. Суридет, этот, ФД Фрингиза, вы знаете, кто ваш оппонент? Серьезно? А Баган еще не понял вообще? Ну ладно. Сифор, взрыв. Вот это интересно. Что делает Суридет? Вот это флик. О, удар голову. Нет. Лена Лепепси за себе удар. Блять, вот, конечно, мне вот не нравится игра Суридета, блять. Он такой, ух, ебать. Я бы не советовал против... Вот это хорошо. Я не советую пикать с одного и того же места этого ФД Фрингиза. Он очень опасный соперник. Повторно в выстрелах пошел, он крутится на 360, и мог бы... Ой-о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 й
Фрингиза, вот это удивительно. Но мне кажется, сейчас еще два выстрела, и ты инжур. Не скажу и кто именно. Да я три раза уже как бы не попал. Вот это, ой-ой-ой, Суридет, это вот так, так. Ой, Суридет, что? Что? О мой бог. А, о, пизда, Суридет. А, нет, а, нет, живой еще, блядь. Суридет так везет ним, блядь. Фотофремиза, вам нужно 15 секунд рашим, 15 секунд рашим, оп, все рашат. Вы можете заходить за чужую линию. О, вот это, конечно, Фотофремиза, да. Короче, я правильно на ходу буду выдумать, мне похуй. Давайте на 15 секунд его рашить можно будет. Это ж это интереснее, блядь. Лучше на 30 тогда. Да нет. Добежать не успеешь. Да нет, ну за 15 секунд, мне кажется, успеет он добежать. Фотофримги запотеет, ты слышишь, его подмышки как они мокрые. Опять не защита?